Здравствуйте, товарищи бойцы! Здравствуйте! Больно! Вначале награждается команда за самый упорный бой! Стрейбольная команда с АКОМ Рейнджерой! Раз! Когда вы с АКОМ Винни-Винни выйдете! Так, за самый упорный бой награждается ЗОО-команда! За самый быстрый бой в соревнованиях на Кубок Севастополя 2017 года по военно-тактическому стрейкболу награждается команда ЗОО-команда. Я сказал, что будет улыбаться сейчас. Научился. Так, и вторая команда награждается за самый быстрый бой. Стрейкбольная команда «Народное ополчение». За третье место в Кубке Севастополя по военно-тактическому стрейкболу награждается команда «Соком Рейнджеры». Поздравляю. Вот, 4. Оденешь, потом сфотографируешь. Спасибо. Отлично. Итак, за второе место награждаются члены команды и команды, занявшие второе место на Кубке Севастополя 2017 года «Соком Альфа». Атлетические медали. Команда, занявшая первое место в соревнованиях на Кубок, это стрейкбольная команда «Народное ополчение». Поздравляю, спасибо. Так, герои. Это, ну и раз, два. Ура! И всем ребятам. Спасибо. Ну что, я поздравляю вас, ребят. Будем стараться. Так, также я хотел бы здесь, ребят, у нас каждое мероприятие заканчивается чаще. Поэтому мне хотелось бы, во-первых, нашего фоторепортера Валерия Демченко. Покажись там. Ура! Селфи надо снять. Далее. Мне хотелось бы наградить самого молодого участника нашего кубка. Это Катя Дронина. Барсик, иди сюда. Поздравляю. Ну и, ребят, у нас все время видеорепортажи. А как-то он в стороне, поэтому награждается Сергей Глущенко за профессиональные, информативные, красочные видеорепортажи на наших мероприятиях. Спасибо, покажись в камеру. Жень, выходи еще раз, чтобы тебе так за первое место, то членом, а это теперь команде. Все. Женя, подпись членом. Ну что, делимся на две команды. Сначала здесь война, а потом уже, в принципе, встречки можно будет.